Добрый день, сейчас сделаем пакет трейсер 11.1.10. Здесь довольно простой пакет трейсер, причем есть практически все команды. Вы можете его читать и делать по командам. Ну или я сейчас введу все эти команды, покажу, как они работают. Ну, давайте начнем. Заходим в S1, командная строка, enable configure terminal, и смотрим вот команды. Давайте я уменьшу, чтобы удобнее. Заранее, к сожалению, забыл расположить. А. Так, S. Заходим в interface range с F01 по F02. Ставим import security. Максимум один этот MAC адрес подключенный. MAC адрес sticky. Violation restrict. Потом мы заходим в interface range. У нас был 1.2, теперь 3.24, то есть все оставшиеся. И выключаем интерфейсы командой shutdown. Копируем эти команды и вставляем. Готово. Как видим, аж 86%. Но это потому, что это очень простые эти. Так. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в ПК1 и ПК2. И из ПК1 и ПК2 поставить MAC-адреса, то есть чтобы только этот MAC-адрес мог к S1 подключаться и для ПК1, и для ПК2. Давайте это сделаем. Заходим в ПК1, десктоп, командная строка, ip config /all. Все. Вот у нас physical адрес, это MAC-адрес. Копируем его правой кнопкой copy. Все. Заходим обратно в S1. Так. Заходим в интерфейс F01, switchport, port security, MAC адрес sticky и вставляем MAC адрес ПК1. Готово. И то же самое делаем с ПК2. F02, MAC адрес sticky, этот адрес стираем. Заходим в ПК2, десктоп, командная строка, ipconfig/all. И копируем MAC-адрес ПК2 правой кнопкой, копи. И сюда его вставляем. Все, настолько простой этот пакет трейсер. Мы настроили полностью защиты для S1, для коммутатора. Security настроили. Так, ну на этом все, пока.